Для теплых встреч и новых открытий в Ульяновске на улице Гончарова открылась штаб-квартира регионального филиала Русского географического общества. Первыми ее посетили ученые и путешественники. Наши географы вложили душу в оформление своего офиса. Карты розы ветров и внушительных размеров глобус поселились рядом с ценными фолиантами. В центре стола красуется миниатюрный, но настоящий камин с живым огнем. Познавать тайны Земли и делиться новостями в новой штаб-квартире смогут не только участники РГО. Она для всех тех людей, которые будут в орбите областного отделения РГО. А это далеко не только члены РГО. В наших мероприятиях в прошлом году участвовало 29 тысяч человек. При этом численность членов РГО, которые имеют членские билеты, платят членские взносы, на территории области чуть менее 200 человек. Церемонию открытия посетил губернатор Сергей Морозов, поздравил всех присутствующих и изучил самые интересные образцы литературы. Также глава региона написал пожелания в гостевой книге. Дорогие друзья, огромное человеческое спасибо за веру в Россию, за любовь к нашей стране. Я искренне верю, что мы вместе все познаем и мир, и страну, и Ульяновскую область. Торжественная часть плавно перешла в научно-познавательную. Стартовал географический диктант, приуроченный к съезду РГО, который состоится 1 декабря. Интеллектуальный квест набирает популярность с каждым годом. Мы рассчитываем, что общее количество участников может в этом году превысить 5000 человек. В штаб-квартире диктант написали ученики Мариинской гимназии. На 40 вопросов, в которые входит проверка знаний и о нашем крае, и о мире в целом, дается 45 минут. Перед тем, как приступить к мозговому штурму, необходимо заполнить анкету. Пол, сфера деятельности. Обращаю внимание, да, у нас не очень много времени. 3 минуты. Успеем? Гимназист Евгений Афанасьев уверен в своих силах. Девятиклассник подготовился основательно. Я готовился с помощью интернет-ресурсов, провешивал варианты географических диктантов прошлых годов. Также читал книги по истории русской географии. Диктант проводится и очно на базе учебных заведений и в режиме онлайн. Чтобы проверить знания по географии, необходимо перейти на сайт Русского географического общества diktant.rgo.ru. Тест на эрудицию будет доступен до 6 декабря. Виктория Чиркова, Руслан Баталов, новости Улправда ТВ.